Победители и призеры школьных олимпиад получили из окружного бюджета почти 15 миллионов рублей. Поддержку талантливых детей сегодня обсуждали на депутатских слушаниях. В Югре сегодня существует целый ряд мер поощрения отличников, юных артистов и художников. А, например, для спортсменов предусмотрены разовые выплаты и стипендии. Впрочем, для юных югорчан предусмотрено не только материальное поощрение. У нас есть новое направление. Не в этом году мы работаем, с 2015 года. Это участие наших детей в центре «Сириус». Это «Талант и успех», если вы слышали такое направление, которое по инициативе президента у нас открылось в Сочи. С 2015 года округ подписал соглашение правительства региона с данным центром. Наши дети принимают участие в этих сменах по различным направлениям. Там культура, искусство, спорт и образование. Также на депутатских слушаниях обсудили меры защиты прав детей с ограниченными возможностями здоровья. В частности, речь идет о разработанной в Югре концепции по работе с детьми-аутистами. Программа предусматривает взаимодействие всех органов власти, здравоохранения и культуры, образования, а также социальной защиты, физической культуры и спорта для того, чтобы дети с расстройствами аутического спектра с раннего возраста получали полноценное развитие и выходили во взрослую жизнь уже полностью социализированными. В полную силу концепция заработает в будущем году. Мы подошли к такому порогу, когда сформирована, так сказать, внутренняя нормативно-правовая база, определен каждому ведомству определены, так сказать, задачи, и именно как будет осуществляться вот эта вот межведомственность, вот сейчас уже вот отработаны последние приказы, так сказать, межведомственного характера между департаментами.